working in the mad science room. The chemical she combined created a boom. And before she even realized her science mistake, she couldn't stop dancing the zombie shake. It's hard to describe this. Всем привет, с вами канал Кэматалекс. В этом видео я расскажу вам про веркошек из серии Zombie Shake. Зомби-шейк – это самые грандиозные танцы года в школе Monster High. И каждый монстр в школе ждет с нетерпением показать свои модные наряды и движения, которые подчеркивают эти стильные наряды и образы. Это будет рок-вечеринка в Доме ужасов, и каждый монстр проведет ужасающее время. Я думаю, многие из вас видели эту серию, где Гулия решила создать зомби-вечеринку с зомби-монстрами. А кто еще не видел, советую посмотреть. Пока в комплекте Zombie Shake входят только 4 куколки, 2 сета – Веркошки и Венера с Рошель. Как мы уже привыкли, сестры-близнецы одеты одинаково, только в разные цвета. Впервые у Веркошек короткие волосы, собраны в высокий хвост и завиты на концах. У каждой из кошек есть заколка в виде мотков ниток голубого цвета. Мне она напоминает паучка, кому-то может быть мышку. Отличаются они цветом лишь шпицы. У Пурсифоны желтая, у Мяулоди красная. Макияж глаз у них абсолютно одинаковый. Голубые, темно-зеленые, красные и черные серые тени. А вот помады разные. У Пурсифоны синяя, у Мяулоди черная. У каждой из кошечек есть сережка в виде скелета рыбки. У Пурсифоны в левом белого цвета, у Мяулоди в правом черного. Также есть украшение на шее у каждой из сестер. Оно одинаково голубого цвета со скелетиком рыбки. Одеты близняшки в коротенькие платьица в обтяжку. Внизу пришита черная сетка, ну как бы порватая. Сами платьица в полоску, у Пурсифоны черно-бело-голубую с красными блестящими потеками, а у Мяулоди красно-бело-голубую полоску с синими блестящими потеками. Платьица держится на прозрачных шлейках. Поверх платья одеты пиджачки без рукавки под кожу. У Пурсифоны красный с черным принтом и атласной лентой, у Мяулоди черный с красным принтом и атласной лентой. Поверх платья идет черный пояс, он одинаков у обоих девочек. Ручки у всех кукол из серии Zombie Shake согнуты в жесте. На ручке у каждой из кошек есть 2 браслета. Один голубой с шипами одинаков у обоих, а второй выполнен в виде закрученного ремня с пряжками. У Пурсифоны желтый, а у Мяулоди красный. На ногах у близняшек босоножки на высоком каблуке, спереди в виде скелета рыбы, от головы идут ремешки. Каблучок также обвивает ремешок с пряжками. У Пурсифоны белые с красным, а у Мяулоди красные с черным. В комплекте с куколками идут сумочки-клатчи с молнией и брелком-мышкой с перьями. У Пурсифоны черная с голубым брелком и красной молнией, а у Мяулоди синий клатч с желтой молнией и красным брелком. Также в комплект идет дневничок, черная расческа и подставки. Мое видео подходит к концу. Мне очень понравились эти веркошки и сама серия кукол Zombie Shake в целом, как и сама серия мультфильма. Все мои фото и видео с этими и другими моими куклами вы сможете найти на сайтах. Ссылки я оставлю под видео. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Пока! But now it was time to put things back to normal. She did her best to correct this whole dancing kerfuffle, but instead she created the vampire shuffle. Working in the mad science room, the chemicals she combined created a boom. And before she even realized her science mistake, she couldn't stop dancing the zombie shake. It's hard to describe this new dance she created. It's strange and it's weird, but it's not complicated. She jumped and she lurched and she danced across the floor. She couldn't stop, so she danced right through the door. She danced through the hallway and caused quite a scene. It was the craziest dance the students had seen. And when she bumped into slow-mo and a twist most outrageous, they discovered the zombie shake was contagious. Venus and Rochelle.
the next to be taken by this zombified boogie of shifting and shaking, but it didn't end there. No, we're just getting started. There's no stopping the dance of the dearly departed.